Подтверждает ли Библия астрологию? Нет. Не в смысле того, что если ты родился в это время года, если ты рыба или другой знак зодиака, что есть определенные характеристики, связанные с этим, или ты можешь проверить свой гороскоп, чтобы узнать, что произойдет в твоей жизни в следующие дни. Нет. В Библии нет подтверждения этому. Есть библейское подтверждение тому, что Бог поместил солнце, луну, звезды для определенных целей. Есть библейское подтверждение тому, что на Земле есть циклы жизни, которые связаны с этими вещами. И даже в первой главе книги «Бытие» они были установлены для времен года и для праздников и праздничных собраний. Поэтому календарь Израиля связан с этим, и есть важные духовные моменты с точки зрения календаря. Но с точки зрения того, что сами небеса, знамения и звезды в смысле астрологии, нет, этому нет никакого библейского подтверждения.